Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя. Тема сегодняшнего урока – разнос квадратов. Формула сокращенного умножения. Третья формула – а квадрат минус b квадрат равен произведению а минус b и а плюс b. Давайте докажем это равенство. А квадрат минус b квадрат равен а квадрат минус аб плюс аб минус b квадрат. Сгруппируем. Вынесем а за скобки, а минус b. А отсюда вынесем b за скобки, а минус b. Теперь а минус b вынесем за скобки, а минус b. От первого останется а от второго b, а плюс b. Что и требовалось доказать. Запишем в виде произведения. Первый пример. X минус Y. X плюс Y. Пример второй. Сначала запишем первый одночлен в виде квадрата. 2а и все это в квадрате. Минус 3b и все это в квадрате. Теперь запишем в виде произведения. 2а минус 3b умноженные 2а плюс 3b. Пример третий. 25 – это 5 в квадрате минус x квадрат. 5 плюс x, 5 минус x. При изменении местами множителей значение не изменится. X в квадрате минус 9 в квадрате. Запишем в виде произведения. X плюс 9. X минус 9. Пример пятый. CD и все это в квадрате. Минус 10 в квадрате. CD минус 10. СД плюс 10. Шестой пример. 1/3 х и все это в квадрате. Минус 4/5 у и все это в квадрате. Запишем в виде произведения. 1/3 х минус 4/5 у. 1/3 x плюс 4/5 y. Пример седьмой. 10 x y и все это в квадрате. Минус 9 в квадрате. 10 x y плюс 9. 10 x y минус 9. Пример восьмой. Разделим степень на 2. А пятой степени и все это в квадрате. Минус b двенадцатой степени и все это в квадрате. А пятой степени минус b двенадцатой степени. А пятой степени плюс b двенадцатой степени. Пример девятый. А четвертой степени, b шестой степени и все это в квадрате. Минус с третьей степени до пятой степени. Все это в квадрате. А четвертой степени b шестой степени минус с третьей степени до пятой степени. А четвертой степени b шестой степени плюс с третьей степени до пятой степени. Пример десятый. 0,5 а и все это в квадрате минус 0,6 b и все это в квадрате. 0,5 а минус 0,6 b. 0,5 а плюс 0,6 b.
Пример 11. Это по формуле равняется а плюс b. Здесь первый относительно а плюс b минус с. А плюс b плюс с. Здесь раскроем скобки внутри скобки. А плюс b минус с. А плюс b плюс с. Пример 12. А плюс b, а плюс 5b и все это в квадрате минус 3b в квадрате. Если возведем квадрат этого одночлена, получится 9b в квадрате. Теперь а плюс 5b минус 3b, а плюс 5b плюс 3b равен. Упростим. Получится у нас ответ а плюс 2b и а плюс 8b. Пример 13. 7x минус y все это в квадрате минус 4y все это в квадрате. Теперь воспользуемся формулой а квадрат минус b квадрат. 7x минус y минус 4y. 7x минус y плюс 4y. Раскроем скобки. Внутри скобки у нас будет 7x минус 5y. 7x плюс 3y. Пример 14. Воспользуемся формулой а квадрат минус b квадрат. x плюс y минус z минус t. x плюс y плюс z минус t. У нас получится ответ x плюс y минус z плюс t. x плюс y плюс z минус t. Пример 15. X плюс y минус z плюс t. X плюс y плюс z плюс t. X плюс y минус z минус t. Минус влияет на знаки. X плюс y плюс z плюс t. Рассмотрим числовые примеры и вычислим. Если каждое число возведем в квадрат и вычтем, то у нас уйдет много времени. Поэтому воспользуемся формулой а квадрат минус b квадрат и решим эти примеры. Пример 16. 53 минус 43. 53 плюс 43. Вычислим. 10. А здесь 96. Теперь умножим. 960 будет у нас. Пример 17. 89 минус 59. 89 плюс 59. 30 умноженный на 148. Ответ будет 4440. Пример 18. 5,6 плюс 4,4. 5,6 минус 4,4. 10 умноженный 1,2 будет 12. Пример 19. 70,6 минус 69,6. 70,6 плюс 69,6. 1 умноженный
140,2 будет 140,2. Пример 20. 2022 минус 2021 умножены 2022 плюс 2021. 1 умноженный 4043 будет 4043. У нас закончилась первая часть этой темы. Продолжение на следующем уроке. Спасибо за внимание. До свидания.